ребята, второй, он же заключительный матч дня. АФК играет сегодня дома, в родных стенах. Это на лигу выше, то есть пражский Přebor. Прекрасная локация здесь. И расцветает все, что я так люблю, чтобы потом чихать весь день. Посмотрим, будет ли это интересный матч. Или окажется он таким же, как предыдущий, потому что, ну, откровенно говоря, там уже просто было пинание мяча. Очень пахнет, как это называется, я забыл, то ли сирень, то ли, ну, то, что у меня росло около туалета на даче. Ну, немножко дождик идет еще, тоже может свои коррективы внести в игру, если так можно сказать, про такого рода матча, что каким-то образом это мешает командам показать свой лучший футбол. Посмотрим, как будет Kalma. Prosím vás, nějaké.